Изречение Авы Саль. Человек должен прежде всего стяжать веру в Бога и любовь к Нему неизменную. Также не злобие, не воздавание злом за зло, притрудную жизнь, смиренно-мудрие, чистоту, человеколюбие, ко всем любовь и повиновение. Которые все делают только для себя самих, те работают самолюбию, величайшему из всех зол, от которого рождается обособленность, необщительность, недружелюбность, неправда и нечестие. Не так создан человек, чтобы быть обособленным, но чтобы жить в общении с подобными себе, паче же с Богом, Творцом всяческих. Итак, разумному человеку надо быть любообщительным и боголюбивым, да будет он и Богу любезен. От любви к славе человеческой рождается ложь. Кто отвращает ложь смирением, в сердце того возрастает страх Божий. Не люби же славы мира сего, да не удалится от тебя слава Божия. Когда совершаешь служение свое со смиренным мудрием, как недостойный, то она прията Богом. Если же при этом взойдет на сердце твое гордостная мысль, и ты примешь ее, и, вспомнив об ином спящем и неродящем, осудишь его в мысли своей, то знай, что тщетен труд твой. Тот смиренно мудр, кто языка не имеет сказать кому-либо, что он нерадив, или отвечать обидевшему, очей не имеет видеть прегрешение другого, слуха не имеет слышать неполезное для души его, рук не имеет одолеть кого, и ни на кого не возлагает вину чего-либо, а все на грехи свои. Кто хочет быть славен у людей, тот не может быть свободен от зависти, а имеющий зависть не может обрести смиренно-мудрие. Таковой предал душу врагам своим, и они вовлекают ее во многие грехи и губят. Бегай же тщетной славы, и сподобишься славы Божией в будущем веке. Ава Исаия Отшельник.